Друзья, всем привет! Я рад приветствовать вас на своем канале. И сегодня выбрались на такую рыбалочку. Мы уже удочки закинули. Сегодня я не один, с другом, с подписчиком, с Костей. И куда-то у меня поплывок ушел уже. Там большой карась сидит. Рыбачим на червя. Пожарный водоем. Дачного кооператива «Радость». Вот такой жирненький червячок. Все, закидываем подальше. Ждем рыбку. Ловить большая и малая. Люди купаются. Погода отличная. Ну и все. Сейчас, если будет клевать, я вам покажу. И какое живописное место, да, друзья? О, Костян клюет! Нифига удочка, да. Есть караси. Хорошенький, покажи его. Пойдет? Хорошенький. Пойдет. Золотистый какой. Грамм 100, наверное, да? Красавец. Вот такие здесь карасики у нас клюют. Приезжайте к нам. Не надо. Не, приезжайте. Потом нам места не хватит. На всех хватит. На всех. На всех, ребята, хватит. Отпускаем, Миша? А? Отпускаем? Да не, оставь, пожарим. Оставим? Давай, оставим. Придется туда пакетик использовать. Хороший, как раз хорошо. Оп. Карасики здесь есть, оказывается. Оп. Иди, пускай поведет. Опа, вот это чудовище попалось. Кроме карасей, здесь еще водятся и ротаны. Он нифига захватил. Да, он всегда съедает вот так вот. Так сейчас доставать. Как обычно, по старой схеме. Начинаем. Мы вам этого показывать не будем. Лоботомия, да? Лоботомия, потому что будет страшные вещи происходить сейчас будет. Оп. Какая бы она ни была, рыба есть рыба. Попробуй живой ее оставить. Я пытаюсь живой ее оставить. Вроде получается. Оп. Ну, уже где-то часик вот мы сидим. Один карасик и один ротан. Ага. Оба. И вроде даже живой остался. Ну вот так. Оп, у Михаила что-то клево. Что-то пытается. Мальки еще играют по плоскому. А? Мы кинули хлеб, чтобы отвлечь. Нет, даже что-то никто не подплывал. Как так? Там что, дырка? Нет. Он бы утыкал, а камешек маленький я положил. Блин. Ну ладно. Расти, рыбка. Все, карасик и тот сбежал. Ловим дальше. Ловим дальше. Ну что, клюнуло у меня, наверное, килограмм 50. Аж крючок сломало, одна палка вот осталась. Все, крючка нету. Грузила даже и грузила тоже нет. Все. Ну как на дно дал, я боролся с ним, оборвало. Оборвало, да. Ну как так-то? А я тебе говорю, смотри, не бегай, не кури, тут руки, воду не проверяй бы. Что, свернул я уже свою удочку, потому что у нас нет крючка запасного. Грузила тоже нету. Грузила тоже нету. И вот как раз у Костяна клюет. Вот я тебе говорю, у меня вот так же было. Я его завел в траву просто. Ну-ка, мы его поводим куда-нибудь. Сейчас я вам покажу, как удочка работает. Оп. Руку отпустим. Да нет. Что-то здесь не то, блин. Вот у меня так же. Что-то здесь не то. Килограммов 10, наверное. Да нет, это за трубу.
Кому зацеп? Оп, все. Оборвал тоже? Поплавок жалко. Придется за ним завтра сплавать. Все, тоже оборвал. Что делать? Придется за ним завтра сплавать. Ну и все, вот так вот. Сегодня мы порыбачили. И перемещаемся в следующий день. Ну что, друзья, вот и новый день. В этот раз мы взяли прикормку. Карась гибрид премиум Дунаев. Сейчас вот в таком ведерке я его замешиваю. Насыпаем. Воду используем эту же, чтобы пахло этой же водой, чтобы рыба клювала. Все, сейчас воды набираем. Что-то воды много. Сейчас еще подсыплю. Поменял крючок, леску, катушку, поставил другой поплавок. Сегодня будет бомбическая рыбалка. Все, замешиваем. Сейчас оно еще постоит. Минут 5. Так, еще. Погодка сегодня вообще шикарная. Ветра почти нету. Можно даже покупаться. Костя вон крючок вчера оборвал, как вы помните. Сегодня восстанавливаем. Все, даже можно погуще. Да, конечно, погуще. Как что там? Как глина. Как глина, да, что было. Ну и все, сейчас постоит чуть-чуть. И будем прикармливать. Так, все, леска кончилась. Миха, на поплавок не забьет, а? Так, ну что, пока так, порожняком. А зачем порожняк? Червяки отборные. Навозные. Красные. Все, делал червяка. И закидываю. Теперь. И теперь прикормим. Такие комочки. Вот не, Миха, где? Что, распадаются? Ну, как можно под ней. Ну вот туманка, тумка такая, это не подойдет. Не, наоборот, там что-то. Скоро там будет посуду. Ну все, прикормили рыбку. Теперь остается только ждать. Пошел, пошел, ребят. Есть карасик. Золотистый. Первый. Первый карасик за сегодня. Сегодня поменьше. Вот такое. Мужик хороший.
И вот такого поймал я бешеного. Низинчик. Видно. Такого, конечно, отпускаем. Подрастет. Ну и все же, бачим дальше. Стемнело. Уже поплавков плохо видно. Нам еще обходить через лес. Сейчас покажу. Сейчас покажу улов. Еще один карасик был пойман. Вот нам через лес проходить. Уже темно. Вот таких вот двух поймали. Ну и все. На этом на сегодня наша рыбалка закончена. Ну вот такая рыбалка у нас получилась. А если вам понравилось такое видео, то подписывайтесь, пишите комменты. Всем пока, всем удачи. Всем счастливо. До завтра.